Актуальные вопросы административной юстиции и судопроизводства, национальный и зарубежный опыт. Этой теме был посвящен международный семинар, прошедший в Законодательной палате Оли Маджлиса. Какие вопросы, поднятые участниками в ходе обсуждения, расскажет Ольга Русакова. Цель семинара – обеспечение эффективного исполнения закона Республики Узбекистан об административных процедурах. Он принят в начале текущего года и вступает в силу в январе 2019-го. Выступавшие акцентировали внимание на том, что данный нормативно-правовой акт, а также Кодекс об административном судопроизводстве имеют историческое значение. Играют важную роль в реализации инициативы президента «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу». В рамках реализации данной идеи созданы административные суды Республики Узбекистан впервые. Это за 26 лет независимости Республики Узбекистан. Цель одна. Закон Республики Узбекистан об административных процедурах должен конкретно работать. Это в соответствии с целями и задачами, которые приняты парламентом, подписаны руководителем страны. До принятия закона все эти вопросы, которые охватывает закон, были регулированы законами и подзаконными актами, что в свою очередь затрудняла деятельность физических и юридических лиц в отношениях с административными органами. Данный закон является единым законом прямого действия, который регулирует все вопросы, касаемые этой сферы. Международные эксперты дали высокую оценку закону об административных процедурах, подчеркнув, что его принятие является важным шагом в регулировании и обеспечении прозрачности взаимоотношений между государством и гражданами. Закон о административных процедурах – это естественное продолжение Конституции, где идет речь о справедливости и уважительном отношении к любому человеку. По итогам семинара, с учетом высказанных мнений, выработаны предложения и рекомендации по эффективной реализации институтов административной юстиции и судопроизводства.